Дамы и господа, представляю вам соперников. Синего угла боец из Екатеринбурга, ему 27 лет. Рост 178 сантиметров, вес 77 килограммов, 600 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев. 5 побед, 6 поражений, 2 ничьи. Бойцовский клуб «Ратиборец» Денис Измадинов. Его соперник в красном углу, боец из города Ростов-на-Дону, ему 23 года. Рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов, 400 граммов. Профессиональный рекорд 5 боев. 3 победы, 1 поражение, 1 ничья. Бойцовский клуб «Пересвет» Артур Свиридов. Рефери Алексей Герасименко. Бойцы на среду. Парни, мы профессионалы, правила знаете, правила не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. Активно работаем на протяжении всего поединка. Пожали руки. Желаю удачи по углам. Судья, время. Боец готов? Готов, боец? Гарал, бой! Начинается первый раунд. Денис Измаденов забирает центр клетки сразу же. Денис у нас в перчатках с синим скотчем. Артур, соответственно, в перчатках с красным. Ну, Артур Свиридов из тех бойцов, которые не рвут с места в карьеру. Вот сейчас хороший джеб от Измаденова, хай-кик от Свиридова. На месте у Дениса здесь были руки. На победной серии находятся оба бойца. У Дениса Измаденова все победы по очкам. Из 6 поражений 2 проигрывал по очкам, 4 раза проигрывал приемами. Плюс 2 ничьи. Я уверен, что... А вот сейчас опасно хлестнул, кстати, навстречу справа, сбоку, да, Артур Свиридов. Да. Еще раз, он очень сильно может ударить, и мало не покажется. Поэтому здесь из Измаденову нужно быть очень внимательным, конечно же. Я думаю, учитывал он это при подготовке к поединку. По корпусу попадает сейчас Артур Свиридов. Снизу оттуда. Проход, хорошо. Измаденов пытался в ноги пройти. Ну да, и здесь хорошо ему повезло, что неплохо его встретил Артур Свиридов. Отдает пока Свиридов инициативу сопернику. Не достает Измаденов сейчас уширой. Осторожно, пока действуют бойцы. Лоу-кик. От Свиридова тут же отвечает Измаденов лоу-киком. Попытка прохода в ноги от Дениса Измаденова. Подхватывает Измаденов, да, и забирает спину даже. Но тут же пытается встать Артур Свиридов. Подхватывает за ногу. Измаденов наносит удары, голова открыта. Да, несколько жестких ударов от Измаденова. Но мы видим, да, здесь как бы руку сразу же заблокировал Свиридов. Вытаскивает руку Измаденов. А если одна заблокирована, бьет другой, все правильно. Вставил Свиридов подбородок. Не удалось сразу сходу Измаденова это сделать. Зато удары проходят у Измаденова один за другим. Причем в больших количествах. И не дает он пока встать Артуру Свиридову. Подключает локти уже. Много ударов Свиридов пропустил, много. Он пытается отмахиваться, но не получается. Очень сложно в этом положении. Контролирует ситуацию Измаденов. Это получается. И опять он выходит на удушающий. А вот теперь уже подбородок-то не вставил Свиридов. Послушай меня, вставать надо. Нет, не захватил. Ну там, видимо, да. Вторую руку не отдал Свиридов, да. Вторую руку у Измаденова заблокировал Артур Свиридов. Это очень важно, потому что если бы Измаденов ее выхватил, я думаю, он бы закрыл захват. И снова пытается Измаденов придушить. Я так понимаю, снова одной рукой. Но вот с этого ракурса не очень видно.
Нет, пока не удается Свирид его встать, и пока он в таком положении, он пропускает удары. Причем их очень много уже накопилось. Предупреждаю. Ну, я не знаю, может быть, он ждет, что вымыхается из Маденов. Да нет. Это не выглядит возможным на данный момент. Первый раунд все-таки. Освободи ту руку. Освободи ту руку, которую он контролирует. Подсказывают Свиридову активно из угла. А вот сейчас обе руки свободны у Дениса Измаденова. Но пропускал Свиридов, очень тяжело ему, не видит он удары, не видит. В таком положении сложно их увидеть, если у тебя нет глаз на затылке. Так, немного попытается ли? Нет, пока из такой позиции в маунт зайти. А получается у Измаденова-то. Ему нужно заблокировать ноги, если он хочет работать. Хотя нет, с такой позиции тоже можно работать. Стряхнул себя Свиридов соперника. Встает таки Артур Свиридов, но она пропускала изрядно. Да. Изрядно. Возможно, даже слишком много. Я думаю, не так планировал провести первый раунд Свиридов. Бросается он с боковым на скачке, но там на месте были руки у Дениса Измаденова. Первый раунд позади. Ну, еще раз, да? Денис Измаденов, несмотря на послужной список, где у него отрицательные соотношения побед и поражений, пока что выглядит очень-очень неплохо. Измаденов очень хороший боец. Посмотрим, что он покажет во втором раунде. Шаг назад. Еще шаг назад. Готов? Готов? Второй раунд. Бой! Второй раунд в поединке Дениса Измаденова и Артура Свиридова. Бой в полусреднем весе, весовая категория до 77 килограммов 100 граммов. Денис Измаденов в перчатке с синим скотчем. Встречает его сейчас Свиридов. И снова встречает Свиридов. Ни в коем случае Бэтфис от Измаденова. Но не попал. Я думаю, что Денис будет искать возможности для того, чтобы зацепиться и или перевести в партер, или пройти в ноги. Мы видели, что Свиридов в таких ситуациях себя не очень уютно чувствует. Это точно. Тяжело ему было. Да, очень хорошо в первом раунде Измаденов контролировал Артура Усенко. Вот и попытка прохода. Неплохой хай-кик. Продолжает поддавливать Денис Измаденов. Ручки повыше, ручки повыше. Подвигайся. Но вот старается не сжаться к сетке Артур Свиридов. Измаденов выжидает. Он ждет своего момента. Очень внимательно Денис смотрит на соперника. Нам нужно быть начеку. Артур Свиридов все равно опасен и может ударить жестко в любой момент. Мы все помним его поединок против Ильяса Хамзина. Вот, пожалуйста, боковой навстречу от Свиридова. Очень много двигается Артур, прекрасно понимает, что стоит ему застояться, и Измаденов может вцепиться в него. Хорошо встретил Бэкси. Сбил спесь, можно сказать, Свиридов сейчас с Измаденова. Но пропустил тейкдаун. И тейкдаун. А пал Измаденова, да.
Главная цель Дениса сейчас не дать встать этому сопернику, да. Это точно. Но вот вроде повторяется ситуация, да, в первом, да, раунде. Примерно та же самая позиция сейчас. Практически один в один. А у времени еще предостаточно. Это точно. Вот если сейчас бы вытащил руку из Мадена, а это он контролирует руку соперника, чтобы тот не поднялся. А вот сейчас опять попытка выйти на удушающий. Подбородок вставлен у Свиридова, все четко. У меня такое чувство, что не совсем понимает Артур Свиридов, как с этим бороться. Как ему встать? Да, немного растерян он в этой ситуации. Но он пытается развернуться лицом к сопернику. Такое чувство, что борцовская техника у Измаданова лучше. На уровень выше. Очень растерянным, по крайней мере, визуально выглядит Свиридов в партере. Все-таки Свиридову встать, надолго ли, в общем, вопрос. Да, потому что подхватил ногу из Модена, но нет, освобождается. Свиридов в той позиции, которую мы с тобой наблюдали, очень серьезно из Модена, мой взгляд, Свиридова с Модена. Ну и да, Артуру нужно возвращать все пропущенное. Мы видели хай-кик, у Дениса были руки на месте. Денис попытается однозначно еще раз перевести Свиридова в партер. Это точно. Попадает хорошо справа сейчас Свиридов. Удар держит. И, пожалуйста. Попытка была. Да, так. Перевода. Вцепился. Подхватывает ногу. Денис из Модена. Не сбивает. Да, локоть в инсайде. И усаживает. Да, вот теперь чистый тейкдаун. А вот теперь ноги обойти. Практически не сопротивляется уже Свиридов. Тяжело ему. Попытался обойти ногу из Модена сейчас. Отжимает. Все, в маунте из Модена. 30 секунд. И на прямой спине. 30 секунд. И на прямой спине из Модена сейчас. Молодки. Пытается мастить. Свиридов, но получается у него, мягко говоря, не очень. Из Модена получает просто все, что есть. Мне кажется, очень хочет Денис одержать свою первую досрочную победу. Очень хочет. Продолжает мастить Артур Свиридов. Все силы только на защиту. Стоп! Затерпел Свиридов. Но второй раунд, я думаю, тут без вопросов. Забирает Денис из Модена. Это точно. Ждем финальную 35-минутку, друзья. Ладно, покинули октагон. Красный угол. Капа. Капа. Шаг назад. Готов? Готов? Третий раунд. Бой! А у нас финальная пятиминутка в поединке Дениса Измаденова и Артура Свиридова. Во втором раунде Измаденов очень хорошо поработал. Контролировал соперника у сетки. Очень много выбросил ударов. Очень тяжело дышит, кстати, Свиридов. А еще только начало раунда. Но... Напропускал. Напропускал во втором раунде. Танаш уже серьезный у Артура. По-настоящему серьезный. Ну, у Артура шанс, только, наверное, если он хорошо попадет в стойки. Но
Денис Измаданов ни разу не проигрывал нокаутами. Попадает сейчас Свиридов справа. Денис ждет момента, чтобы вцепиться. Его тактика, которую как он придерживался в первом-втором раунде, приносила ему успех. Как говорят в Англии, если что-то не сломано, не чини. Зачем что-то менять, если это победная тактика? Опасный, кстати, сейчас был удар. Такой хай-кик в голову от Свиридова, Измаданов выдержал, показывает, что у него крепкая челюсть. Тот самый хай-кик, от которого Ильяс Хамзин пострадал. Да. Денис Измаданов выдержал. Да. Я думаю, специально он под хайкики готовился к этому поединку. Ну, естественно, естественно, изучал поединки Артура Свиридова. Собственно, как и Артур смотрел бои Дениса Измаданова. Продолжает поддавливать Денис. Денис сокращает дистанцию. Обозначил лоу-кик. Ушира. Чуть-чуть на излете. Нет, ждет момента Денис, чтобы сблизиться и постараться перевести Свиридова в партер. Здесь на месте был локоть, в принципе, из Маденова. И да, сам уже решил приложиться Денис. Сходу подхватить соперника не удалось. Сам побей, сам побей. Сам побей, сам побей. Сам бей его. Не давай мне. И здесь, кстати, попадает Измаденов слева. Уже откровенно Артур Свиридов уходит от конфронтации, как говорится. О, пропускает сейчас Свиридов еще один удар слева. В тяжелом положении Артур. Артур, сам побей, сам побей. Колено в голову от Свиридова, чистое, но выдерживает Денис. Даже не пошатнулся. Пропускает еще апперкот. Неужели это переломный момент поединки? И снова пропускает Мадена. Совсем уже открытый характер у нас приобрел бой. Денис рискует, но ему нужно зацепиться за соперника и постараться стащить его вниз. Это очевидно. Ну, как план Б, хотя бы просто достойно провести раунд, потому что первые это два по-хорошему он забрал, если он, так он подходит без удара, да. Естественно, этим Свиридов пользуется. Так. Зацепился. И бросает. Ну, вот это, возможно, решающий момент. Денис сейчас делает просто все, чтобы досрочно закончить. Ни одной еще досрочной победы не было у Измаденова в карьере. И он сейчас локтями бедра соперника. Он сейчас как нельзя близок к досрочной победе. Но мы видим, да, что в партере Артур проигрывает Денису, проигрывает. Если сравнивать именно этих двух бойцов, да, именно фактически так. Так, не стал забираться в маунт Измаденов. Неужели душит? Душит, да! Вот так. Первая досрочная победа Дениса Измаденова. Очень долго к этому шел Денис. 6 лет у него не было досрочных побед в профессиональной карьере в ММА. И улучшает свой список Денис Измаденов. Теперь на его счету 6 побед при 6 поражениях. И продолжает свою победную серию. Третий победный поединок с октября 2018 года в карьере Дениса Измаденова. Получается, еще не проигрывал в рамках промоушенов RCC. Денис, была у него одна ничья и уже 3 победы. Наши поздравления Денису Измаденову. Еще раз он доказывает, что в смешанных единоборствах послужные списки – это не главное. Да, это не всегда самое главное. В любом случае, Артуру Свиридову огромное уважение. Но на этот раз Денис оказался сильнее. Ждем официального объявления победителя, друзья. Уважаемые дамы и господа, аплодисменты бойцам! На 4-й минуте 3-го раунда победу удушающим приемом одержал Денис Измаденов!